биткоин-миллионер в боксерском поединке с банкиром. Молодой биткоин-предприниматель Эрик Финман вызвал генерального директора JP Morgan Джейми Даймона на боксерский ринг. Эрик Финман разбогател в 18 лет, вложив $1000 в биткоин еще весной 2011 года. Этим летом Финман рассказал, что накопил более 400 биткоинов. Молодой человек готов к битве в прямом смысле слова за высокое звание биткоина с Джейми Даймоном. Об этом он сказал в одном из интервью, разместив ссылку на своей страничке в Твиттере. Эрик напомнил, что известный банкир назвал операции с криптовалютой мошенничеством. Также Финман напомнил высказывание Даймона о полном бойкоте темы криптовалюты, а 48 часов спустя назвал биткоин-инвесторов глупцами. Именно поэтому Финман готов дать Даймону шанс исправиться и сразиться с ним на ринге. За поединок Эрик Финман пообещал отдать $100 000 на благотворительность в Пуэрто-Рико.